Доброго дня! Сегодня мы с вами поговорим о таком замечательном имени, как Диана. Диана – это многоблагодатная домом правой грациозности. И вот сейчас мы уже, вот у нас правая, дом, и Анна у нас грациозность. И вот Ди – это как удвоение идет, да? Ди. А вот Диа – это, по-моему, божественная система, по-моему, древнегреческого Диа. Поэтому очень интересное имя, поэтому сейчас с вами его посмотрим. То есть здесь у нас что мы видим? Жизнь и огонь, да, свечу жизни на поде родовой памяти. То есть это наша душа и тело, душа в теле. Да, и она действует в реке времен, то есть она строит эту реку времен, чтобы нам освоить нашу ПВКС от АС до следующей ступени. Да, вот если мы осваиваем ПВКС... Как всегда, рисуночек. Вот наша текущая ПВКС от АС до УВОД. И следующая ступень, вот у нас идет от АС до УВОД. Это уже райская ступень. Райская ступень. И вот Диана, да, как раз нам вот своей душой, телом, да, вот душа в теле, да, в доме, она вот эту строит, эту реку времен, да, для того, чтобы освоить нам от АС, то есть взрастить этого ребеночка в пеленочках, это АС, АЗА освоить через единение людей земли, людей неба, знаний небесных, знаний земных, для того, чтобы мы могли дальше воспринять вот эти АЗ, да, зайти на новую ступень, да, то есть от нови к еще более новому. То есть Диана, она вот сопровождает нас на этой ступени. Вот такая система. Дальше, то есть это Диана, у нее действующая сила, ее душевность, ее душа. Если вписано в асподу, еще бывает фетизировано асподу, еще вписано духовно-плотевая составляющая, тогда это уже четырехединая система, целостная система. Ну, здесь пока об этом мы не знаем. Вот. Но если написано, например, Ди, можно записать и с помощью буквы Им, да, вот так вот, буква Им, Диана, тоже так можно написать, тогда, соответственно, это уже образует все вместе фетизированную асподу. Да, потому что здесь уже четырехединство духа, души, тела, плоти. И вот здесь вот она, действуя своей душевностью, своим жизнеогнем на поде родовой памяти, она зажигает у себя крестовую зону. То есть она способствует приходу высшей небесной чувственности для того, чтобы единять, да, людей земли с людьми неба, да, и обретать, нарабатывать новые качества восхождения. Обратите внимание, здесь вот мы видим АИ, да, направленное к светозарному будущему. Здесь у нас АИ, да, оно небесного отображения. Это зона крестца. Можно посмотреть про крестец видео, вот, и про чакру тоже посмотреть, крестовую. Поэтому тоже посмотрите. То есть она действует своим жизнеогнем на поде рода в памяти, то есть своей душевностью через вот зажигание, да, вот этой крестовой зоны, через ее активизацию, то есть она уже стремится к солнечности, да, вот она Ра, это тоже зона креста, мозг головы и вегетативный мозг и крестец, то есть здесь вот приход этой высшей небесной чувственности, это активизация креста, то есть вот она своей душой так действует, да, через вот считывание, да, через восприятие вот этой божественной энергии, тем самым она пробуждает у себя вот свою солнечность. И для чего это все? Кстати, Диара, я не знаю, есть такое имя? Это бы интересно было. Да, и тут на, для того, чтобы она обретала уже новые качества вот, земно-небесной человечностью, вот, для того, чтобы она единяла людей земли, людей неба, знания небесные, знания земными, да, и вот для того, чтобы она своей человечностью, да, с опорой на свою человечность восходила человечностью будущего и нарабатывала новые качества, видите, свои АИ. То есть через приходящую высшую небесную чувственность сюда, она нарабатывает свою чувственность, которая позволит зайти к светозарному будущему. Вот здесь вот, да, Диана, да, удвоенная Анна, удвоенная грациозность. Видео про грацию тоже можно посмотреть. То есть она своей душевностью, она удваивает, да, усиливает вот эту грациозность. То есть она, что здесь такое? Она, призывая коллективный дух разума с будущего,
она возвышает коллективный дух разума. Она торит дорогу для восхождения нашего коллективного духа разума в будущее. Анна. Да, вот, соответственно, то есть Диана, она действует для Анны. Пожалуйста, можно посмотреть имя Анна, тогда понятно, для какой системы Диана действует. То есть Диана своей душевностью, своим жизнеогнем на поде родовой памяти. Под родовой памяти это громадная система. Сюда и входят и наши предки, и, соответственно, животный мир и растительный мир. И это все образует наш подродовой памяти. И вот опираясь на подродовой памяти, вот это вот жизни кола, это жизни огонь наш, да, он восходит. То есть у нее, это вот эта наша душевность, у нее она здесь главная действующая сила. И она действует в реке времен. То есть в реке времен, вот это наша спираль, фактор. Вот. И она, соответственно, своей душевностью, она единяет времена и действует, и правомерно строит жизнь. То есть это буква Иже. То есть она жизнь правомерно строит, сотворяет. И вот этой своей деятельностью, да, она создает опору высшими знаниями. То есть она здесь их считывать может, высшие знания. Видите, уже в старом окрестном виде окрестные знания. И тем самым она дает дорогу в будущее, да, на восхождение. Вот оно, восхождение коллективного духа разума. Вот имя Диана. Очень интересное имя. Вот. И ну, Диана, наверное, очень душевные люди. Восприимчивые, чувственные. Вот, ну я думаю, что посмотрим, пожалуйста, вот Диана, можно еще про Анну посмотреть. Вот, спасибо за внимание. Всем Дианам большой привет. Всего доброго и пока. До новых встреч.